Доброе утро, страна. Просто жизнь студента. Мне жаль Марину, на самом деле. Всем привет. И у нас осталось 11 дней до Нового года. Сегодня третий день, третье видео я снимаю. Из скольки? С 13, наверное, это так. План на сегодня. Только недавно проснулась, 12 часов. Что-то поздно капец встала. Марина, она тут учится, трудится. Диана сейчас нужно собраться, отредактировать вчерашний влог. И нужно встретиться с людьми. Не знаю, они вообще захотят быть у меня тут, поэтому посмотрим. Так что, может быть, сегодня будет влог не очень интересным. Но, если так получится, то я приду домой, и мы с Мариной что-нибудь сделаем. Интересно для вас. Так что да. Я пошла собираться. Ребят, привет. Сейчас 10 часов. 11. 11 точно, блин! На самом деле, очень тяжело что-то снимать, когда люди, с которыми ты общаешься, не понимают твоей любви к видеоблогингу. И если они просто не любят камеры, там, стесняются, все дела. Мы тут устроили. Мы хотели снять с Мариной видео для вас, но поняли, что освещение говно. И это вот мы пытались сюда положить камеру, и сейчас Марине все обратно убирать. Марина, я уберу. Понравилось, прекрасно. Я смогу, я сильный. Марина весь день сидела дома, занималась. Диана весь день гуляла. Ничего не делай. Держи, пожалуйста. Держу, пожалуйста. Это все Маринины учебники. Ладно, так что если, если вы приедете когда-нибудь в Корею, будете, захотите учиться, то готовьтесь к этому. Так вот, 11 часов. Диана уговорила Марину пойти гулять. Все в порядке, сейчас что-нибудь веселенькое вам сделаем. Ну, в общем, что я делала? Я пошла, покушала, как обычно. Короче, все, что я сегодня делала, я ела. Так, у меня, кстати, была идея пойти на Мендода и попробовать все, что продается на улице. Раз можно про это будет прекрасное видео, слушай. Про все. Скоро будет такое видео. Не переживайте. Где мы с Мариной как-то оправдываем нашу любовь к еде. И типа снимаем видео, да, вам показать, как бы, что мы едим. Но на самом деле мы просто едим. Да, я поела, много чего ела. Еще мы сходили в кино. Ходили мы на «Звездных войнов». Я не смотрела ни одну часть «Звездных войнов». Хотя нет, я припоминаю, что я что-то знаю. Что-то видела, но это так далеко в моем мозгу, в голове моей. Так что я даже не знаю, если мне это приснилось, если мне это кажется, если я сама себе это придумала. Но да, посмотрела эту вот часть. Прикольно, мне очень понравилось. Может быть, начну смотреть все остальные части, потому что ничего так фильмец был на самом деле. Подстрекая Марину не учиться, идти дальше с ним гулять, снимать видео. Скоро выйду. Пришли в кафе. Тут ничего нет. Называется она Tusa Place. Она работает 24 часа? Да. Кстати, много кафешек в Корее работает 24 часа. Что-то учится. Много кто. И мы ждем наш заказ. И тут маленький телевизор. Как вообще? Как? Как такое? Зачем? Почему? Я не понимаю. Что тут для нас? Это Орео. Все остальное мы не знаем, что там. Мне кажется, это суфле. И это чай. Один на двоих. Потому что у нас просто режим. Как тебе? Вкусно. Вкусно? Давай. Это мой любимый крем. Да? А, ну вот, как раз ты крем хотела. Жирный, жирный, какой-то жирный. Ладно, плевать. Короче, Марин, сейчас... Сейчас, ребят, будем делать с Мариной тег. Потому что, ну, вы просили, и сегодня я ничего не снимала, так что что-то интересное для вас. Короче, это все работает так. Я задаю вопрос, и мы каждый отвечаем. Как и где вы встретились? Вообще в Тбилиси. Да. Мы ходили в один ансамбль по танцам. Марина раньше пришла, я позже пришла.
Сначала мы не очень хорошо общались, не знаю почему. А, моя... Какие девочки плохие вещи говорили о Диане. Я не знаю, почему, я как бы ничего даже плохого не делала. То, что Диана сделала что-то плохое моей лучшей подруге на те времена, и поэтому мы все ее не любили. Избой. Потом мы остались не вдвоем, и учились общей. Какого-нибудь Марина была первая пришли о Диане. Так мне с тобой так интересно, мы на такие темы ничего не разговаривали. Да. Первое впечатление? На самом деле так было давно, что я не помню. Я тоже не помню, я помню только второе впечатление, когда ты приехала из Китая. Ну еще такая длинная тогда была. Ну ладно, ну что, нормально. Потом просто стали нормально общаться. Я помню, я когда приехала из Китая, сейчас я в год училась в Китае, потом приехала. Я помню, что вы тогда так... Я так не хотела идти, потому что я что-то уезжала, но так... Плохо все закончилось, но не очень мы расстались на тот момент. А тут я приезжаю, такие, о, Диана, привет, я такая. Я вообще не поняла тогда. Да? Да. Ну, может, ну, к тому времени уже, мне кажется, все забылось, да. И уже было без разницы как-то. Да. Наше любимое воспоминание, любимое воспоминание. Мне кажется, вот летом, когда ты в Пусан со мной приехала. А, да. Я знаю, я знаю. Это была ночь одна. Таинственная пусанская ночь, пляж, море, звезды, луна и много турков. Марина приехала в Пусан на 3 дня, вот, и в один день учила ее кататься на скейте, да, потом мы пошли на пляж, и что-то мы так загулялись, сидели, слушали там музыку, что-то бесились, короче, и пришли домой где-то в 5 часов утра, довольные, уставшие, но довольные, прям еще было классно. Опишите друг друга в одном слове. Ну, блин. Вообще сложно? Слово не существует. Понимающие. Потому что Марина всегда, как бы человек плохо не поступил, Марина всегда, у нее в голове есть, что есть причина, почему он так сделал. И что это не просто так. И мне кажется, это, конечно, иногда может быть плохо, но в основном всегда хорошо пытаться понять другого человека. Как бы, ну да, вот я так. Это немножко поверхностно, но я думаю, женственно. А почему Диана женственная, вы сами видите? Да? Вещь, которая раздражает. Она. Мне ничего не раздражает, Марина. Прям что просто ржала, нет такого. Ладно, меня раздражает то, что Марине постоянно кто-то пишет. Это не Марина вина, но ей постоянно кто-то пишет. Всегда. Главное, так получается, что это происходит в те моменты, когда я хочу... Нет, просто сейчас Марине написали в очередной раз. Я об этом что-то так... Ты хочешь лишить меня единственной радости в этой жизни просто? Не, на самом деле, меня ничего раздражает. Мне тоже. Да, мне тоже. Ты так сказал, как будто бы сама себя об этом убеждаешь. Одна вещь, которую вы обожаете. Частенько бывают моменты, когда я вот Марине что-нибудь говорю, и это может быть очень внезапно, и я не должна даже упоминать, о чем я говорю, она меня сразу понимает. Вообще, я не знаю, как это происходит. Вы тоже это обожаете. А еще, когда приезжаю к Марине, я когда сплю с Мариной, потому что я сплю с Мариной, мне снятся сны. Мне обычно вообще не снятся сны, а Марине постоянно снятся сны. То есть, как бы, я когда приезжаю, она делится своими снами со мной. Прекрасно. Что мне нравится в тебе? Да. Хоть ничего Марине не нравится во мне. Мне нравится делать, что ты со мной общалась. Просто что-то есть рядом со мной. Если бы вы могли поехать куда-нибудь, хоть куда? Куда бы поехали? Куда-нибудь здесь море и горы. Да. Вот и то, и то. Канада. Канада! Точно! А еще я хотела поехать на Гавайи, в Таиланд, а еще в Англию и в Америку. А еще я хотела бы поехать в Исландию и Ирландию. Да, Марина, вообще я такая, типа. Даже в Санкт-Петербург поехала бы. Да. Блин, хоть куда. Хоть куда, ну, вдвоем хоть куда. Любимая шутка между нами. Я знаю. Привет. Ой, я прям вижу этот коммент. Вот вы дуры. Дуры. Кто дальше собирается по утрам?
Безоговорочно? Безоговорочно. А почему так происходит? Долго красишься. Я люблю просто... Да. Мне нечего сказать, на самом деле. Не, да, я могу пойти в душ первое. Могу одеться первое, но краситься я всегда буду дольше всех просто. Даже если не утром, мы когда сидим, весь собираемся куда-нибудь погулять вечером, она начинает собираться раньше меня, потом я начинаю, а потом она вроде все, она уже все сделала, и тут я заканчиваю, и ей опять что-то надо сделать. Да, мне всегда кажется, что я что-то не доделала, что что-то мне не так сильно на лице. Но вообще, с другой стороны, ты не так сильно красишься. Какой у меня цвет глаз? Опа-на. Интересный вопрос. Смотри на меня. Глаз? Ари. Но я бы хотела себе зеленый. Да? Нет, серый. Скорее всего, серый. Красиво. Не знаю. Вот такие вот, у меня сейчас линзы есть, куда они будут. Сейчас наши линзы, они светлее, чем мои настоящие цветлазы. Вот, я бы таких хотела. Ну, да. Надеюсь, вам было весело. Нам было весело. Скажите, пожалуйста, что сегодня было не очень весело, что я вам ничего сегодня не показала, но вот такие вот дела. Завтра собираюсь идти по магазинам тоже с людьми. Надеюсь, там будет другая история. Посмотрим. Еще у меня очень камера в последнее время, так что, ну, в общем, кулачки держите. А напишите внизу комментарии, если у вас есть какие-то вопросы к Марине или ко мне, или о наших с Мариной отношениях. 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 Ну, вообще-то отношениях, Марин, что это такое вообще? У тебя есть какие-нибудь вопросы моим зрителям? Вопросов нет. Приятно было познакомиться. Хорошо, все. Всем пока, всех люблю.